Ржевский мемориал советскому солдату установлен на одном из съездов в город Ржев с трассы М9 Москва-Рига. Там же на повороте имеется просторная стоянка для автомобилей и автобусов. Мемориал посвящен памяти советских солдат и возведен на месте ожесточенных боев Ржевско-Вяземской операции 1942-1943 годов. Памятник был торжественно открыт 30 июня 2020 года. Он представляет собой 25-метровую фигуру солдата, парящую над 10-метровым искусственным холмом. Комплекс выглядит монументально. Масштаб, конечно, не родины матери в Волгограде, но он тоже достоин внимания и посещения. К центральному холму коридором прорезана 55-метровая аллея. Зигзагообразно изломанные стены коридора облицованы металлическими панелями с искусственной ржавчиной. На них сквозной резьбой нанесено более 17 тысяч фамилий воинов, павших в ходе Ржевской битвы, а также портреты солдат. Мемориальный комплекс имеет звуковое и световое оформление. Световое включается в темное время суток. Макет вечерней подсветки можно увидеть в музейно-выставочном павильоне, расположенном у восточной стороны холма. Упор в нем сделан на интерактивные технологии. Я убит под Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте налево. В общей сложности осмотр Ржевского мемориала советскому солдату у меня занял 1 час.